Состоялась презентация сборника стихотворений «Хочу услышать голос Бога» на русском и кыргызском языках вице-президента фонда Гейдара Алиева Лейлы Алиевой. В сборник вошли уже известные стихи автора, а также поэзия последних лет. По словам чрезвычайного и полномочного посла Азербайджана в Кыргызстане Гидаята Уруджева, Лейла Алиева в своем творчестве пропагандирует любовь к жизни, природе, рассказывает читателям о вековой истории и культуре Азербайджана. Отметим, что стихотворение Лейлы Алиевой «Элегия», посвященное общенациональному лидеру Гейдару Алиеву, включено в школьные учебники по литературе для учащихся 5-х классов.